Привет, ребята! Делаю пирог, решила сделать, яблочный. Хочется что-нибудь сладкого, такого вкусненького. Решила испечь. Яблоки остались вчера после вареников. Вареньки мы вместе с братом поделили пополам, поровну, по 9 штук вышло. Уже закончились, к сожалению. А яблоки вот остались. Я решила шарлотку испечь по самому простому рецепту на бисквитном тесте. Сейчас покажу. Смешиваю 4 яйца со стаканом сахара. Вот они у меня взбиваются. Не взбиваются, растираются. Так, еще нам понадобится пол чайной ложки соды, погашенной уксусом. Но поскольку уксус у меня закончился, покупать я его не стала в целях экономии денег. Как бы неизвестно, когда у меня получится заработать. Я решила приготовить пекарский порошок самостоятельно. Для этого в рюмку насыпаю, вот мне нужно пол чайной ложки соды было погасить уксусом. Я насыпала сюда ее, в рюмочку соду и муку, чайную ложку примерно с горкой. Это чтобы вы знали, чтобы не покупали пекарский порошок, что его можно приготовить дома самостоятельно. И еще я возьму лимонную кислоту. И вот так примерно добавлю треть чайной ложечки сюда. И все смешаю. Можно даже чуть больше. Вот еще чуть-чуть добавлю. Там у меня была четверть. Вот треть чайной ложки можно смело добавить. На пол чайной ложки соды. И чайная ложка муки. Вот так это все перемешивается, и все, у нас пекарский порошок готов. Добавлять его нужно после добавления муки или вместе с добавлением муки в тесто. Вот я высыпаю, у нас по рецепту идет стакан муки к яйцам и сахару. И вот я высыпаю наш пекарский порошок. Либо пол чайной ложки соды, погашенной уксусом. И все это взбиваю. И получаю такое вот бисквитное тесто. Так, вот я смешала муку. Состояние густой сметаны. Вот такое получается тесто. И сейчас я займусь яблоками. Так, а теперь приступим к приготовлению яблок для пирога. Ну, вообще, на эту шарлотку яблоки мелко нарезаются кубиками. А у меня дело в том, что вчера от вареников остались тертые. Вот они. В холодильнике стояли. И я решила уж до конца все потереть. Пусть уж будет тертая шарлотка с тертыми яблоками. Я вот немножко добавлю еще. На терке их потру. Так, вот такая получается у меня начинка. И теперь я сюда, кто любит, конечно, вообще я люблю с корицей, поэтому я добавлю корицу. Тут пакетик на 15 грамм, но уже тут уже меньше, ну, какую-то часть я израсходовала. Вообще, конечно, тут на 4 яблока, в зависимости от размеров, 4-5, ну и совсем маленькие можно 6 взять. 2 ложки корицы будет в самый раз. Поэтому я высыпаю все, что у меня осталось. И сейчас смешаю это. Перемешиваю яблоки с корицей. Сахар не добавляю, потому что в тесте у нас целый стакан сахара. И начнем выкладывать это на противень. Кстати, газовую плиту я уже включила. Она у меня уже, духовка у меня уже разогревается. Печь я буду в форме. С разъемным дном, с разъемными бортами. Вот я уже застелила сюда лист пергаментной бумаги, прищепила. И начнем с того, что я выложу яблоки сначала ровным слоем. Кстати, кто не любит отдельно яблоки, отдельно тесто, в принципе, оно все равно потом тесто проникает под начинку, и они оказываются внутри. Но кто не любит, может сразу смешать яблоки с тестом и выложить уже все вместе одной массой сплошной. Ну, я привыкла готовить вот так слоями, засыпать сначала измельченные яблоки, а потом это все заливать тестом, точнее, заговариваюсь уже.
Распределяем по дну формы яблочную начинку. Так, более-менее равномерно это выглядит. Вот так. И заливаем тестом. Готовым тестом. Вот так прям беру и формочку выливаю. Стараюсь так ложкой равномерно более-менее, чтобы все покрыть. Потому что теста немного, слой небольшой. Кстати, забыла смазать борта формы маслом, жиром каким-нибудь. Ну, ладно, надеюсь, как-нибудь выковырю потом готовый пирог. Может, не успеет сильно пригореть к бокам. Ну, так распределяю ложкой. Все. Что сказать? Вот я дала немножко постоять этому тесту, пока мыла посуду. Буквально минут 5. И оно самотеком полностью распределилось по форме. Заняло все пространство, весь объем. И теперь у меня уже духовка нагрета. Сейчас я буду ставить ее в духовку. Духовка у меня разогрета уже до 180 градусов, поэтому я отправляю шарлотку выпекаться минут на 30-40, в зависимости от интенсивности нагревания вашей духовки. Но лучше проверять готовность шпажкой или деревянной зубочисткой. Время истекло, я надеюсь... Судя по запахам, здесь только сока выбежало. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, судя по запахам, должно быть готов пирог. Вот. Вот такой он интересный. Полюбуйтесь на него. Так, сейчас я буду его выковыривать и остужать. Не смазала, конечно. Бортики формы надо было смазать жиром. У меня жира, кроме постного масла, никакого и нету особо. Ну, а постным маслом я что-то не догадалась. Раньше было маргарином, либо смальцем смазывала. Ничего, вроде бы пока отстает. Благополучно. А теперь снимем борт нашей формы. Сок натек на противень. Придется отмывать. Так, вот такая красота. Пусть остынет, и я его тогда на тарелку помещу.